Война – динамичный процесс, и даже в самых сложных ситуациях существует возможность добиться перелома в свою пользу, если к нему стремиться. Однако, судя по тому, как подают сегодня ситуацию правящие армянские элиты, войну изначально нельзя было выиграть, ибо у Азербайджана был существенный перевес в авиатехнике и в солдатах. Об этом в интервью «Голос Армении» заявил доктор политических наук, профессор факультета социологии Ереванского государственного университета Артур Аманесян, комментируя итоги Второй Карабахской войны. По мнению армянского политолога, политическая нестабильность внутри Армении, клановость и коррупционная культура прежних и нынешних элит страны, постоянный отток населения, увлеченность политикой комплементаризма в ущерб армяно-российским стратегическим отношениям, по-видимому, лишили руководства Российской Федерации возможности полагаться на Армению в той степени, в которой армянское общество хотело бы ожидать поддержку России.